всем привет! С вами канал Артмания. И мы сегодня с вами гуляем. Я же кое-что купила, правда. Но мы с вами гуляем. Идем сегодня в гудок. Сегодня у меня мало времени. Что-то я долго пересидела. Слишком. В интернете. И поэтому сегодня уже вечер. Сейчас я по магазинам пройдусь. И потом пойду в ленту. Приехала на район свой, почти уже дома, сейчас я пойду перекресток, зайду и домой отдыхать. Приходила через подземный переход, блин, я чуть не оглохла. Так громко там, девушка поет на какой-то дудочке. Плюс у нее еще играет колонка. И этот писк какой-то. Не знаю, зачем я положила 2 рубля. Что я бабушке отдала какой-нибудь. Короче, так вот. У меня аж в ушах звенит до сих пор. Это ужас какой-то. Уж на работу шла женщина. Работать. Тем более такая не... Так вот, как не молодая, молодая наоборот. Не знаю, слышно меня или нет. Сейчас золотое яблоко будет. Ну, туда я не пойду. Мне там ничего не надо. Там битком вечно. Так, не надо. Перекрестик. Где-нибудь сверну. Озон здесь. Какие навесы, смотрите. Классно, там кафе. По всей видимости. Какие навесы прикольные. Сектор.
Короче, пошла я по другой дороге. И тут есть такая штука. Арка такая. Она меня всегда в детстве, кстати, привлекала. Блин, я не увижу там оттуда. Банк находится. А раньше наверняка чего-нибудь другое находилось, по-любому. По-любому что-нибудь находилось интересное. Сейчас ее с другой стороны посмотрим. Хочется ее посмотреть издалека, потому что там арка, и близко смысла нет подходить. Тут какое дерево, смотрите. Шалаш прям можно сделать. А, вот она. Вот она, прекрасное дерево. Здание какое красивое. Посмотрели. Посмотрели. Ба, и тут пусто. Народ готовится к рабочему дню, что ли. Тут пустота тоже. Сейчас как раз на перекресток выйду. Я чувствую, у нас с вами сегодня влог получится очень длинный. Как бы его пришлось не разделить, как обычно мне это бывает. Напишите в комментариях, сделать ролики больше 10 минут или нет. Когда вот такие вот прогулочные у меня. То, может, вам удобнее будет по длине уже смотреть. Длиннее 10 минут. Помойка. Тоже надо вещи отнести на помойку. Давай, я буду есть пиццу. Вот такая пицца. Ням-ням-ням-ням. Сочная, хорошая.